Восточно-Казахстанская область оказалась лидером недели по количеству созданных новых рабочих мест. Это данные, предоставленные региональными управлениями занятости. Наши корреспонденты продолжают следить за статистикой. И вот на востоке страны за 5 дней создано 206 рабочих мест, 165 на западе. Почти столько же вакансий появилось в Карагандинской области. В Павлодарской создано 150, а в Мангистауской 103. В столице Республики Астане за этот период открыто 105 постоянных рабочих мест.